Написали два письма на имя директора ОСИ и председателя наблюдательного совета Владимира Владимировича Путина. Документы в агентство стратегических инициатив. Написали два письма на имя директора ОСИ и председателя наблюдательного совета Владимира Владимировича Путина. Московский зоопарк. И вот сейчас мы вот пересечем эту линию и поставим вот там машину. А мы идем вот в это здание большое. В агентство стратегических инициатив. Подниматься мы туда не будем. Я ознакомился с презентацией агентства стратегических инициатив. Мне она не понравилась. Ознакомился с формой подачи заявки. И скажу так, что она очень узкая. То есть наша программа туда не влезает. Алло, добрый день. А можно принять корреспонденцию на входе для ОСИ? Да. Добро. Все, здесь сюда проходим. Здесь ждем.
ключ. Московский фонд сохранения культуры. Наш. А вы им не звонили? Нет. Я думаю, если вы не возьмете, я им буду звонить. А, понял. Понял. Там. Уведомление принято 30.09.2015 года. Мы возвращаемся с подачи документов. Вот видите, какая сладкая жизнь. Дольче Вита. Кто-то разбил банку с медом. Возвращаемся с подачи документов и едем в Торжок. Завтра. Сегодня мы едем к деду. Диминому деду.